Более 300 военнослужащих и несколько десятков самолетов ВВС Китайской Народной Республики прибыли сегодня на Новосибирский аэродром. Это дружеский визит в рамках международных армейских игр «Армии-2019». Уже завтра летчики из Поднебесной отправятся в Рязанскую область, чтобы соревноваться в дисциплине «Авиадартс». Там пилоты должны на точность поразить наземные цели из авиационных орудий. Пока иностранные военные находятся в Новосибирске, их технику заправят, проверят на неисправности и подготовят к дальнейшему полету. Отмечу, команда Китайской Народной Республики использует на соревнованиях технику и снаряжение только собственного производства, равно как и команда России. В России очень интересно. Приятно посмотреть на вашу технику, она выглядит отлично. А по поводу соревнований, я считаю, что на первом месте должна быть дружба, на втором — сотрудничество и лишь на третьем — результат.